Так, а что есть что? Ёбаный рот. Господи, а что так много? Фу, бля, а что сейчас будет? Что это за режим вообще? Ебать. О-о-о-о. Бля, стрёмно, сука. Чё? Да ну нахуй. Чё? Иди отсюда. Блядь, ёбаный рот, говно залупа, тварь. Блядь. Да ну нахуй. Мама! Ебать. Ай, да иди ты нахуй, блядь. Я ебал, я выезжаю отсюда. Выезд, блядь. В пизду в это играть. Да как выйти? Помогите, блядь, я выйти не могу, ёбаный. Дай, блядь, иди нахуй, зверь ебучий. Блядь. Фух. Блядь. Да ну нахуй. Ребята, это трэш какой-то. Как в это играть в шлеме? Это не, ну это нереально. В вентиляции посижу лучше. Фу, блядь. А, да? Ну, умер и умер. А реально тут сдохнуть можно от страха. Это, блядь, ну представьте, вы как будто в реальной комнате. Где я? Welcome to Vet Repair. Завали ебало, плиз. Какого хрена, как я тут оказался? The four active indicator lights mean we have a well-functioning ventilation system. Чего, блядь? Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vet technician, you should need no instruction. Еще страшнее будет? Да давай уже нахуй! Ёбаный рот, блядь. Чё это такое? Иди нахуй, сукин дед, блядь! И чё делать? Ой, блядь! Ой, блядь! Чё делать? А чё делать-то? Блядь! Чё это за хуйня? На печеньку, блядь! Дети ёбаные! Там же братишкин, брат, стримит, чё орёте? А чё делать? Блядь, чё делать, ребят? Фу, сука, страшно. Ёбаный рот. А чё? Чё надо? Я, блядь, не понимаю. Да можно пониже как-то, почему я всегда раком стою? Блядь. Чинить. О, блядь, я ее вижу. Она там. Я не понимаю, как чинить. Ой, блядь. Сука. Обернись. На кнопку тыкни. А где кнопка-то, блядь? А! Ой, сука. Ой, блядь. Иди отсюда, нахуй. Сейчас с той стороны теперь. Блядь. Ебать, страшно, блядь. Они теперь с двух сторон. Да чё ты, блядь? Да не шипи! Я не... Я не слышу! Чё дальше что делать? Да хоть... Да ёп... Да ты ч... Да ты ч... Куда нажимать-то, блядь? Чё делать? Да ты ч... Да сука, блядь!
меня паника начинается, я хуею. Блять! Чё делать? Сверху. Блять. Где? Ты ёб... Да, блять. Я уже устал в полуприседе сидеть. Иди нахуй. Алло. Вентиль сверху. Говно, блять. Да кто? Да ты ч... Блять. Да ты ч... Ой, сука. Нахуй. Я драться буду. Нет! Только не... Сука, заяц ебаный. Чё? Ещё? Да вы чё, блядь? Давай, нахуй. Нападай! Я вас боюсь. Сука. И чё? Как это хуйня? Ебал тебя, рот! Ты! Блять. Ёбаный. Я уже весь вспотел, блять. Реально стрёмно. Говно. Да, блять. И чё? Зелёный. Синий. Блядь! Чё, блядь, надо-то? Иди отсюда, нахуй. Фу, блядь, уж спина болит. Жесть. Да пошел ты. Я не знаю, надо быть каким-то сумасшедшим, чтобы в это играть, сидя дома. Фу, блять. Шо? Да пошел ты, блять, со своим подарком. Да иди. Ой, бля. Ребята, это просто... Это какой-то ужас. Я полежу... О, конфетка! Да. Ебать, заяц, здорово. Просто я бы один в это никогда бы не стал играть. Типа, это реально трэш. Это прям, я не знаю. Ты как бы в игре находишься. То есть ты внутри этой игры. Ладно, когда на мониторе. Чё есть ещё? Хотите? Будешь? На. Так, бля. Нормально, да? Нормально. Так вот сюда я не пойду, нахуй, эти комнаты. Так, у нас второй уровень. Давай что-нибудь новое. Вот. Что за звук? Блять, на улице, походу.
блядь! Чё, ебанутый, что ли, сука? Я его за глаз нахуй схватил, он меня, сука, съел. Ёб твою мать, это вы, сука! Вы написали мне в чате, и... глаза убери, блядь, жопа зачесалась. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. Сука. First, we must access his harmonization module, located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise. Что тебе надо, блядь? When removing your... А, да иди ты нахуй! Да что надо делать-то, а? А что делать-то надо? Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune. В смысле аккуратно? First, we must access his harmonization. Ага, конечно, рассказывайте. Inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible. Оба глаза одновременно, чё? First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Вы что, серьезно? Да ну нахер. Сначала левый. Так левый это вот этот или этот? Какой из них левый же? Вот. Типа моя правая рука, значит у него левый глаз. Чат 110. Так, ясно. Твой левый. То есть вот этот глаз. Вы мою руку вообще видите в игре? Вот она. Вам руку видно? Моя правая рука. Ну а я что говорю? Блять. А, иди нахуй! Блять. Ай, да ты заебал! Блять, заяц ебучий! А что делать-то надо, а? Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Да иди нахер! Тебе объясни. Да, он по-русски бы говорил. Раш, speak Russian, ёб твою мать. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must... Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Сюда? Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. А дальше что? А что дальше-то делать? Вставить его обратно, что ли? Блять. Теперь другой глаз? Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. А теперь что? Сука, он без глаз еще страшнее. У, сука. Кнопки Чё? А, вот вижу, да. Еще надо сделать. Одновременно? Ебать тебя в рот, блядь! Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Еще нажать? Да мне уже сердце болит, сука, в это говно играть. Нажать, да? Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Так. Чё?
И чё делать дальше-то? Смотри цвета и нажимай. Где их, блядь, смотреть-то должен? Я ничего не понимаю. Кого? То есть я должен запомнить порядок, да? Там была синяя, там что-то желтое, красный. Давай, заори на меня, падла, блядь. Press the blinking button again to verify your work. Great job. Бля. Bonnie's in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Си... Не-не-не-не. Чё? Он перестал работать. Глаза на место? Бля, а как? Просто по одному глазу? Сейчас заорёт. У, сука! Все нормально, да? Да блять! И чё ты встал? И чё дальше? Челюсть закрыть. То есть по бокам кнопки нажать? Well done. Блять! That concludes your parts and services task. See you next time. О! Это жесть, а не игра. Ее надо запретить. Даже рука трясется, блядь. Бррррр. Будете, на? Что-то у вас темно как-то, забирайте. Забирайте. О, все. Да забери, блядь! Да ебать! Я что, должен каждому теперь туда отдать, что ли? Вас 5000, ладно. Раз. Ну давай. А, все, да? А, все, да? Закончилось, ребят, сори. Все, нет больше. А, я не понимаю, где меню. Может, здесь? Что? Монка В, бля. А чё ничего не работает? У кого-то день рождения? Бля, чё за хуйня? Можно обратно вернуться, пожалуйста? Ты хардкор включил? Спасибо, мне это не нужно. А это чё такое? А. Ёб твою мать, что? Что это? А что делать надо, алё? Что это за крестик? Чё это такое? Чё это? Блядь, страшно. Чё делать-то надо, блядь? Подождать, когда он туда подойдет.
Ах ты сука! Бля, ребята, помогите! Пиздец! Он не ходит! Ебать! Ты где? Убежал, черт! Ты чё, тварь? Монтка В, блядь! Да где? 15, 16. 15. Пиздец! Все, да? Да-ля! Ай, блядь, иди нахуй! Ой, сука! Блядь, да, ну давай еще раз. Я понял, как нужно делать. Фух. Ладно, ждем. Ждем. Чё, сука? Палит, гадина, палит. Сука. Ну иди сюда! Вот это видел? Как там этот Соловьев или кто он там говорил? Вот этот кулак, он вправит твою голову в обратную сторону, ты понял, блядь? Блядь! Чё, сука, страшно испугался, да? Он твою голову сомнёт. Да, блядь! Да иди ты нахер! Да и встань ты уже сюда! Фу, блядь! Вот это видел? Твою голову, твои ушки, блядь! Ура! У меня это получилось! Да, я знаю, что в игре есть несколько концовок, и чё? Мне достаточно того, что я тут вижу. О, чипсики! Так, ребят, я не ем чипсы, да? На! О, еще. Разбирайте, ребят! Только делитесь со всеми! По чипсинке каждому! Давайте, давайте, а то их тут мало, блядь, на, забирай. Да. Ебать. Хуя себе, слушай, нормально. Даже слишком много. Ох, ёбаный свет. Да ёб твою мать! Да ёб твою! Я шо, блядь, каждому сейчас должен тут 5000 упаковок, что ли, раздать? Ебанутый, блядь. Я устроился на работу грузчиком. Блять, уронил, да, короче? А я не могу кушать, кстати. На, блять, последний. Почему еще никто не открыл пиццерию вот в таком вот стиле? Ну, либо, знаете, Five Nights at Freddy там. Вот такое вот помещение темное. Есть авторские права. Так вы же понимаете, как работают авторские права. Ты берешь зайца, чуточку его меняешь, например, делаешь его уши круглыми, а не такими, и все, авторское право уже не работает. Понимаете, чуточку изменяешь, виды изменяешь, как бы этих монстров, и все нормально, и можно делать. Давайте FNAF 3 попробуем. Интересно, что это за говно? Я слепой извинист. Извинист — это профессия какая-то? Как связист? Или что? Извинист? Походу реально слепой. Ёб твою мать. Не-не-не, я трубку брал. Да иди ты нахуй, я трубку не брал, козёл, чтоб ты молчал. Ой, а что делать-то надо?
Ебанутый, что ли? Стоп, стоп! Да ну нахер! Бля, чё-то жёстко. Чё-то... Да ну тут много кнопок! Я не понимаю! А дверь закрывать что, не надо, что ли? А где, блядь? Пиздец какой-то, ребят. Я ничего не понимаю. Вон вентиляция, обернись. И чё? Чё делать-то? Чё за... Ошибка, блядь, видео нахуй. Там заяц стоит. А чё делать? Короче, я не понимаю, что нужно делать. Чё такое? Та-таки! Чё происходит? Чё было? Господи, ёб твою мать! Да нет же никого! Я не понимаю, ребята, а что нужно делать, алло? Рыли. Чего? Фу, изи. Ребят, ловите. Тьфу, блядь. Что-то там мешает. На. Фу, бля. Какая-то странная вот эта часть, я не понял, в чем смысл. Но в первую-то мы играли. Давайте вторую попробуем. А? Чё? Чё я выбрал? Так, ребят, я что-то выбрал. Я не понял, что я выбрал. Иди отсюда. Твою ты мать.
А, да? Шкатулку найди. Что это было? Шкатулка. Где? Кто здесь? Где? Где? Одиннадцатая камера. И чё? Ну шкатулка, и чё? Что дальше-то, блядь? Кто идет, блядь? Я не понимаю, что мне делать. Заводи. Как? Топает нахуй. Никого же нет. Видали, как придумал? Кто тут? Кто тут, блядь? Пизда. Ёб твою мать. А чё делать? Маска? Пениса, блядь. Ой, бля, пизда. Я выезжаю нахуй. Как вы? Да, блядь. В пизду, это страшно, я не могу в это играть. Эй, я выехал! Пошел ты в жопу, блядь. Это реально жесть какая-то. Просто как в это играть?